Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Дорогие братья и сестры, дорогой Лицахим, поздравляю вас с престольным праздником, священномучеником Фимы Никомедийского. Память святых мучеников мы чтим. Это пример для нас веры. Когда люди, внимая словам Евангелия, что, которое говорится, что не бойтесь убивающих тела, но души ничего не могущие сделать, а бойтесь более того, кто и тело, и душу может вернуть в гиену огненную. То есть люди понимали, что священномученики настолько имели веру, мученики во Христа, что эта земная жизнь, она мимо приходящая, скоро приходящая. Здесь мы всего лишь пришельцы и скитальцы. Пришельцы здесь на земле, говорит пророк Давид. И во временном, в этом промежутке в своей жизни, где мы пребываем, мы пребываем не просто так, мы пребываем здесь для того, чтобы через эту короткую жизнь стяжать жизнь вечную. А чтобы ее стяжать, мы ее можем получить только, конечно же, через Христа. Потому что мы знаем, Господь сам нам говорит: «Я есть путь, жизнь и истина. Никто не придет к Отцу, только через Меня». И настолько была велика вера у святых, которых мы чтим память о священномученике Анфиме. Мы знаем, что он с детства был благочестивым, хотя в то время христианство еще не было. До эдикта Константина Великого еще было продолжительное время, хотя пострадал император Диоклетиан и Максимиан. Буквально там еще 13-15 лет пройдет, и уже будет христианство верою государственное, когда не только можно будет быть христианином, но и люди станут специально принимать даже христианство иное из-за того, чтобы получать какие-то государственные почести, заслуги. А тогда те люди в то время, когда быть христианином, это было значит, что подписать себе смертный приговор, и люди принимали Христа, поскольку была у них горячая вера. Они не боялись временных мук, они боялись вечных мук и шли за Христа, потому что мы знаем с вами жития, что до этого пострадало 20 тысяч Никомедии сожженных людей было. Это представить, какой огромный храм, и сколько людей вошло туда, и предание до нас доносит, что кто на Глашене находились, когда пока это все время было, чтобы людей сжечь, люди приняли крещение и причастились со святых тайн Христовых, и во все возносили молитвы. Святой священномученик Анфим, и он избежал участи сожжения, но он молился за свою паству. Молился и избежал не из-за того, что он боялся мучений до времени, а из-за того, чтобы укрепить людей в вере. Потому что не зря говорит нам апостол: молитесь друг за друга. Без молитвы трудно угодить нам Богу, и без молитвы святых тоже нам очень тяжело жить в этом мире. Человек настолько слабый, настолько грехом поверженный, что часто иной раз запинаемся, падаем, и вот святые мужи укрепляют. И когда мы чтим их память, мы тоже просим, чтобы они вознесли о нас молитву. И не зря мы в каноне святые священномученики Анфимии взываем: моли Бога о нас. Настало время, когда сам священномученик, мы помним, он и пострадал, когда воины искали его, он встретил, приютил, накормил обедом, они даже не могли взять этого старца, видели благообразие его. Он говорит: нельзя лгать. Я не могу лгать. Если вам сказали, ведите меня к императору. Привели его к императору, и мы помним, что начали, разложили орудия страданий, пугать. Говорит: чем вы меня пугаете? Я готов за Христа пострадать. То есть настолько была у человека вера, что он был готов. И тут себя спрашиваешь невольно: а сможешь ли сам он, допустим, я сможешь пострадать за Христа, когда выложат орудия страдания? Сможешь ли также ответить с верой, с такой твердой, как святой священномученик Анфим? Конечно, были и страдания, были и мучения для него, и потом знали, что усекли главой. Для этого как христиан уничтожали? Кого сжигали, кого топили в море, разными мучениями поддавались. И вот настало время такое благоприятное. Мы с вами знаем, что потом прекратилось время гонения. Но приходит 20 век, и вновь эти гонения начинаются не где-то, начинаются у нас с вами в России. Когда храмы начались рушиться, людей верующих, вообще людей уничтожали, верующих особенно уничтожали, священнослужителей уничтожали за то, что человек христианин.
И сейчас в мире идет уничтожение христиан, это мы знаем с вами Сирия, когда храмы уничтожаются, людей за то, что человек христианин, вырезается целые семьи. То есть сейчас есть новомученики, которые также они предстают у престола Божия. И Господь, конечно, еще, наверное, не исполнилось то полная чаша, что Господь еще долго терпит на всех грешниках, еще не переполнилась чаша терпения. Конечно, наверное, Господь терпит на нас, милует нас, чтобы мы, пока у нас есть возможность покаяться, мы бы принесли добрые плоды покаяния. Спасибо, Господь, вас поздравляю с праздником престола, святаго священномученика Анфима. Святые священномученичи Анфими, моли Бога о нас. Аминь. Завтра 8 часов, как обычно. С миром Божьим. После литургии будет крестный ход, потом праздничная процессия.